Так, что нам дальше делать-то? Первое чудовище. Так, снова тиморг. Так, ну ладно, идем. Кайс время. Устанавливать жизнь этому не, не знаю. Можно пробовать сейчас кого-нибудь. Жестко, жестко. Сменим-ка облик. Ого! Сумасшедший человечек. А ну-ка, отойди со стороны моей дороги. Да, человек парит, как птица. Жестко. Ладно, встанем здоровье немножко, все, бежим. Не будем мучить людей бедных, которые пытаются убежать из этого ада. Пусть они бегут. А мы по своим делам. Сейчас отправляемся, наверное, Мордорту Морг, этого доктора Регунда, посмотрим, что нам скажет. Что-то, наверное, удалось все-таки это, когда мы победили охотника, в общем-то, этого огромного и понятного охотника, который похитил Караздана, в общем-то, наверное, какую-то информацию мы узнали. Не знаю, что знаем все-таки. Куда дели ее-то с другим героем? Зачем, понятно, все это надо делать? Кто это затеял? Так, а что такое за штука, интересно? Какое-то испытание, да? Так, Соф, заряжи свои атаки, удерживай кнопку зажатую. Заряженная атака медленнее наносит больше урона. Ясно. Один из 50 советов. Спасибо за совет, конечно, но... Так, а снова, конечно, туда побежал. А, сейчас по зданию побежим. Сократим путь. Да. Чуть не очень дома хорошо. Чуть не то здание убрал. Ну вот мы сократили, кажется, путь, в общем-то. Прямо над этим находится место. Над этим местом находимся. Не буду поглощать, чтобы привлекать внимание. Так, ладно, начнем вместе. Так. Морд Грэл Регланд, больница Сент-Пол, верхний сайт. Лидер охотников, которого ты платил. Так. Сначала нужно его ослабить, у него два мозга и два позвоночника. Переломи их оба, и он войдет в состояние восстановления. В это время он уязвим к потреблению. Странно, это кажется почти как адаптация твоих методов. Используя захваченного лидера, подави и съешь его, потом найди и съешь того, кто забрал Дану. Это должно открыть ее положение. Местоположение, наверное, дать. Возможно. Потому что у этого охотника должно быть воспоминания какие-нибудь. Куда они унес? База барпейков АЕБ Восточный Гарли. Нам туда. Отлично. Встреч лидера охотника. С первым-то мы еле справились, теперь с вторым тоже. Это будет большая проблема. Да, кажется, это же база, где мы, в общем-то, находились, да? Наверное, уже третий раз туда прибываем. Точно-точно там, где, в общем-то, мы как раз этого Гарл Рыгунда защищали. Где он, по-моему, как раз добывал это образцы, что-то, ДНК. Морг ты находился. Да, отлично. Мы с тобой разбираться. Чем с тобой делать? Включим броню, во-первых. Во-вторых, кулачки. Готов, что ли? Понятно, куда ее несли все-таки.
Умение зрения зараженного дает тебе способность видеть зараженных носителей. Зараженные носители — это пешеходы и военные, которые заражены, но не знают этого. Их сведения приводят тебя ближе к обнаружению данных. Ага, ясно. Вот и способность, да? Умение активирует зараженное видение, открыв колесо выбора силы с... Понятно. Так, выбор, сейчас мы выберем это. Такое ощущение-то. В общем-то, это он. Так, вот он заражен, да? Так, отлично. Ом Уля, свидание зараженных носителей соединяет тебя с разумом зараженного Уля. Соединение с ним моментально открывает местоположение лидера охотника, запавшего Дану. Ясно. Так, что-то зря, наверное, тебя пропустил. Я чувствую, будто к чему-то подключен. Настраиваюсь. Где-то штука. Это же тушка просто, это мертвого охотника. Так, ум Уля. Тихо, А, уходить на сюда. Ладно, уходим. Самое главное теперь, видимо, найти туда. Ну. Для этого поедая тех зараженных носителей, которые, в общем-то, мы в этом зрении увидим, как, в общем-то, выделяющимся таким цветом. Цель на базу, ищи носителей. Нифига себе. Никаких звуков при этом не слышно, нифига. Таком именно сверхзрение у него. Ладно, бежим. Там, значит, следующего будет искать теперь носители. Что, за определенное время, что ли, носить придется или нет? Фиг поймем, сейчас разберемся. Так, о, далеко бежать придется. Может сократить путь, конечно, попробовать. А, давай-ка. Только вот не так. Прям уж. Где он? Вижу его. Съедем носителей, так. Ну, а на опом съели, как раз они низко. Так, следующий где у нас, а? Может быть. 3, 2, 4, 3. Так, еще следующий. Да, очень дальше все ушли. Так, где еще может быть, а? А вот еще один вижу. С черными металлюша мешает. Плохо дело. Мой, сука, вас там, ой. Да куда ты бежал? Да офигеть. Да, дайте мне его съесть-то. Он же мертв. Отлично. Да что ж вы всех убиваете? Да блин, да. Я не могу все взять почему-то. Столько всего, все сговаривают, все умирают. Так, еще надо что-то делать. Так, вижу. Да блин, то. У не того ты едаешь его, сука, там. Блин, да. Да я просто их съесть не могу. Да, весело.
Да, мне не дают никого съесть, ё, просто мечта. Надо идти нахрен, сбивать нахрен их все. Да, все убили. Отлично. Так, ладно, разберемся. Я в общем-то понял, что надо делать. Через с вертолетом мне надо разобраться сначала. А я считаю. Я добрался до этой базы, не спим, придется всех поглощать. Еще вертолеты что-то появится. Блин, еще бежать долго, снова врезаться. А, снова придется бежать до нее. Весело. Надо сходить путь снова. Так, погоди, что там было? Отлично. Блин, что-то не можешь, что ли, мимо? Глайд, что-то не глайд нельзя использовать почему-то. А, забыл. Надо думать, что будет засекретиться. На всякий случай, чтобы меня могли пропустить спокойно. А, там даже детектор работает. Так, танк что быть. Давай, давай. Так, отлично. Сейчас разберемся с этими вертолетами надоедливыми. То мне больше всего надоедает. Так, тихо, тихо, давай, давай. Снова удар на отряд рядом, да что ж ты дери? Вас всех. С этого мне время теряю просто. Да уж. Снова отряд прибыли, да сколько вас там будет, блин, а? Не дает ничего сделать. Да, хух. Добрый среда, стреляй. Тихо, тихо. Да. Сам разобраться не получается с этими долбанными вертолетами-то. Какого хера? Ой, да что с вами делать, ёпрста. Вертолет мне нафиг не нужны. Я хочу их сбить. Да, меня просто убивают. Да что с вами делать-то вся семья? Так, ладно, по-другому сделаем. Так, придется сейчас обратно снова депертворят, блин, бежать. Надоело все. Почему-то нельзя, конечно, с другого места начинать, это непонятно. Просто. С местохранением если попросту какая-то беда. Да, всем и сложнее, вместе-то. Ну, идите вы в жопу хоть. Садмин пути здесь мешаются всяким. Так, ладно. Добежим снова, по другому попробуем. Да, беги ты, ёпш, что ты залезть не можешь-то? Да, отлично, я себя... Надо быстро скрываться, менять облик. У меня тебе будет детектор, сейчас будет уничтожить их. Сейчас с этим разобраться.